Сегодня Узбекистану, как самостоятельному государству, исполнилось 28 лет. Вся страна широким размахом отмечает День признания независимости и суверенитета страны. Ряд мероприятий прошел и в Самаркандской области. В кануне знаменательного праздника по доброй сложившейся традиции в амфитеатре Муджиза прошло торжественное мероприятие. Ассаламу алейкум. С приветственным словом выступил хаким Самаркандской области Эркинджон Турдымов. Глава области поздравил народ с 28-й годовщиной обретения республикой независимости. Руководство вилаята отметило важные преобразования за минувший год. Праздничный вечер продолжился концертной программой с участием звезд узбекской эстрады, музыкантов и танцоров. Атмосфера настоящего торжества передалась и гостям. Вот этот день такой замечательный, День независимости Узбекистана, это один из величайших праздников нашей страны. И вот за последние годы в стране сделано столько много хорошего, доброго. Шутка ли сказать, последние 2-3 года изменилось настолько взгляды людей на жизнь. Мы стали демократичными, независимыми. У нас есть огромные успехи, но мы народ самокритичный и любящий жизнь. Сегодня мы хотим развиваться, а для этого нужно действительно оценивать жизнь по-настоящему. Один из главных праздников страны завершился красочным салютом.